Приветствую всех зрителей, подписчиков канала, а также гостей, пришедших для просмотра данного ролика. Кебабчипс на канале, у нас новый ресторан, большой, поэтому сегодня, блин, будем много готовить. Будем сегодня, короче, прям готовить. Ну, у нас основной упор идет на десерты. У нас 5 десертных блюд. Опа, блин, прикинь, по привычке побежал в свой старый ресторан. Пошли говно. Вот, и у нас еще таблички нету. А, надо бы. Так. Блин, а она такая остается на деревяшке или как? Я вот что-то не помню, если честно. Мы сделаем так. Что там у нас еще? И два кебаба. Ты чё, блин? Ну-ка, стой. По-моему, что-то еще есть. О, слушай, так а тут много прям. Сейчас что-нибудь намутим. Так, а это у нас что такое? А, переворачиваем. Не, переворачивать там не надо. Так, это мы покупаем. Блин, мне бы вот эту деревяшку бы всю закрыть, мне бы прям не хотелось бы, чтобы ее видно прям было. Она больше не становится. Это максималка. Ну, блин, будет вот такая вот у нас вывеска. О, смотри-ка. А вот это уже круто. Можно большие делать. Еще больше, ё-моё. Это с огоньками, да, блин? С огоньками только такая. А есть маленькая с огоньками? Так, это сильно маленькая.
У нас вот эти, да, вот такая вот была бы. Ну, что-то типа такое. Причем, а, блин, раздвинуть уже не получится. Ну, ладно. Или вообще вывески нету, да? Да, это маловато. Так, ну если что, вот такую сделаем. А можем вот такую. Ну, блин, с другой стороны, давай вот эту сделаем, все. У нас как бы и ресторанчик в таком же стиле. Все окей. А ну-ка. О, вот это пойдет. Это пойдет. Так, ну у нас, смотри, у нас нужно закупаться. Почему? Потому что у нас ни хрена нету. Я думаю, что нам прям нужно закупиться. Так. Разносик у нас тут пустой идет, да? А что ножи валяются? Блин, прикольно, ножи валяются. Ладно. Давай смотреть. Два кекса есть, два круассана. Печенюшек мало, тортиков. В принципе, 4 на сегодня хватит. Сколько лимонов осталось? 10. Тут красный перец и помидор, да? Надо бы разобрать тогда вот эту коробочку. Так, сейчас мы разберем ее. Тут, конечно, всего дофига, блин. Лимоны бы тоже разобрать. Так, давай подумаем, что нам с помидорами делать. Мы тут поставим. Тут не так много. У нас тут, короче, такая полочка будет, да? Ну, мы же и договаривались, что это у нас холодильник под овощи. Ладно. Так, а это мы тоже отсюда уберем тогда. Так, лимон еще. Блин, здесь этот. Не в тему. Сюда поставлю. А, у нас лимонов, блин, лимонов 10. Можем выставить, в принципе, тогда. Вот сюда, как бы. Да, небольшой порядочек, короче, будем наводить. Просто сейчас я говорю, я сейчас пойду закуплюсь, я сейчас куплю много чего. И оно будет в коробке, естественно. Так, так, так. Блин, вот эти суперфрукты. Они сейчас уйдут махом.
Так, вот здесь всего много. Ну, пусть оно здесь и стоит, в принципе. Ну и все, погнали. Сейчас, короче, что по овощам посмотрим. Тут по всяким банкам, склянкам. Блин, сейчас много денег уйдет. Ну, у меня, в принципе, деньги есть. Прям брать будем вообще все, чтобы у нас... Давай всего, допустим, по... я бы штук по 20 бы взял. Жалко, сразу же сумму нельзя ввести, сколько тебе надо. Закрыто. Ну блин, что-то даже по 20, смотри, берешь. И по деньгам-то не прям хорошо получается. В смысле, недорого, я имею в виду. Мы будем брать по 40. Куда ты полетела-то, алё? Даже по 50 давай. Прям у нас такая будет супер коробка, нифига. Мы прям сейчас тут поназад покупаем. Так, 50, 50, 50. Это пока что у нас тут все закрыто. Сегодня у нас будет, короче, такой день, знаешь, ну, типа, новый ресторан, скажем так, обеспечение нового ресторана. Всем необходимым. Закупимся, затаримся, чтобы у нас все было. Естественно, потом приготовим, людей покормим. Не, никак мы без этого сегодня не уйдем. Но я думаю, что, возможно, серия подзатянется. Получится больше, чем час. Но ничего страшного. Так, ну вот, вроде бы я, блин, взял все, да? Апельсины же тоже у меня полтинник. Да. И вот, блин, сейчас прям наш тут холодильничек. Это у нас супер коробка с овощами и фруктами. Отлично, идем дальше. Теперь мы пойдем в другой магазин. Так, теперь идем. Теперь основные всякие там ингредиенты. Мы, скорее всего, наверное, тоже так же сделаем. Опа. У нас эта коробка, видишь, в холодильнике по причине того, что ее нужно хранить в холодильнике. А всякие там остальные вещи, если они не должны быть в холодильнике, то мы сможем их хранить на складе. Поэтому как-то так. Мы посмотрим сейчас. И мясо, естественно, мы тоже закупим. Так. В
Вот здесь сейчас до хрена, мне кажется, уйдет денег. Так, это нам уже, слава богу, не нужно. Так, всякие кетчупы и всякая хрень у нас есть, то мы все равно будем закупать. Я думаю, штук по 20 всего мы возьмем. Чтобы у нас просто было все. Прям вот так идем по полочкам и прям... Молоко, по-моему, даже это молоко не хранится в этом самом холодильнике. Банка с томатной пастой. Вот тоже, блин, пока томат-пасту нигде я не использовал, но... Ну, наверное, тогда я не буду пока покупать. Так, чили. Я думаю, мы штук 10 возьмем. Так, соль тоже штук 10 возьмем. Просто, чтобы оно у нас было на складе. Это пока не берем, потому что мы не используем. Так, вот это нам надо. Блин, смотри, тут дофига получится. Но нам надо. Не, давай, наверное... Блин, а фиг с ним 20. Я сейчас на десерт, и это все пойдет. Так, шоколадочка. Сахар тоже нужен постоянно, прям. Желатинчик тоже нужен. Дрожжи тоже постоянно, блин, нужны. Поэтому побольше заберем. Мука. Так, мука нужна, масло. Ну, масло можно поменьше, штук 20 возьму. Яйца у меня там тоже еще есть, но яйца возьму тоже. Тут, допустим, 30. Так. Смотрим. Ну, вроде как бы взял все необходимое. Ну, смотри, я на полтинник набрал. Блин, с другой стороны, даже если это нужно хранить в холодильнике, то вообще проблем нет. У меня же на складе тоже холодильник есть. Сейчас мы посмотрим, что у нас тут на коробке написано. Нет, ее даже в холодильнике хранить не нужно. А это у нас... Так. Сейчас мы сделаем, как бы, нам то, что сюда нужно добавить. Тут у нас что, масло, молоко есть? Панировочные нам не нужны, вроде как. Я их вообще брал. Дрожжи вот нам нужны. Мы повыставляем. Сейчас сделаем порядок. Так, немножко, чтобы было. И мука нам, естественно, тоже нужна. Нам тоже немного нужно подсолнечного масла. Блин, там еще есть оно. Так. Сахар. Кстати, сахар, блин, нужен.
Так, а ну-ка вот эта тарелка. Иди-ка ты сюда. Так, давай сейчас тут мы порядочек небольшой сделаем. Вот тут что у нас тут попадало, видишь? Алло. Так, и вот, сахар. Сахар сюда сейчас накидаем. Так, сахар есть. А, молоко я еще хотел. Блин, ну, постоянно это используется, поэтому это надо. Чтобы было под рукой. А, панировочные сухари я тоже взял. Блин, куриного бульона много, в принципе. Так, и варенье я бы тоже выложил бы с коробки. Так, все, пусть вареница стоит. Что с яйцами у нас? Яйца у нас еще есть. Да, в принципе, у нас все остальное есть. Я думаю, что мы можем эту коробочку на склад утащить. Так, ну давай, ладно, еще масло добавим. Все, достаточно. А, блин, а желатин. А где у нас вообще... А желатин я брал один тогда. Желатин у нас, да? Вот, он нам и нужен тоже для кексов же. О, все, отлично. Вроде бы пока что все ок. Блин, я себе еще тут пол не сделал. Ну ладно, нам сейчас не до этого. Так, и пошли-ка за мяском. Я даже не буду смотреть, что там у меня есть в холодильнике, чего нету. Буду брать. Все, ну, у меня денег, кстати, осталось 80 тысяч. Ну, это нормально. Мы опять сейчас вкладываемся. Вроде бы... Не работаем, да? А на самом-то деле работаем. Так, тюрдюк этот вообще в фарш у нас идет постоянно. Ну вот ножки я не помню. Грудка. Тоже не помню, блин, стейки. Я их 5 взял, да давай я их тоже 10, наверное, возьму.
Ножки. Ножки нужны вроде постоянно тоже, блин. Побольше можно взять. Колбаски. Ну, колбаски так себе. Блин, 15 возьму, хватит. С этой колбасой тоже хрен его знает. Да штук 10 возьму, пускай будет. Что, если что, потом не бежать. Печень нам пока не нужна, мы ее нигде не используем. Ну, а мы что, собственно, все, мы закупились на десяточку. Блин, сам снабженец, сам, блин, все, все сам, ёкарный бабай. Так, что у нас тут, колбаса есть, это есть, это есть. В принципе, всего. Понемногу кюрдюка добавил бы я. Так, куриная грудка, давай тоже добавим. Так, стейка тут осталось не так много. Так, ну а что, сосиски есть? Это у нас есть, это есть. В принципе, все остальное у нас как бы есть. Блин, я бы еще бы, знаешь, еще малины бы вот сюда бы притаранил бы, да? Ну ладно, ладно, не буду париться. Это все время, блин, можно, конечно, тут расставлять до бесконечности, все это красиво делать. Блин, почему они не собирают? А вот эти тарелки я взять не могу, к сожалению. Ну ладно. Это у нас что получается? Еще две лишних тарелки, да? Ну-ка, я их уберу. Блин, чтоб они на полку просто выставляли. Вот, ну я думаю, сейчас мы как раз таки приступим к готовке. Ну, а я все равно не могу взять. Но я думаю, работники мои возьмут, если что. Ладно. Поехали. Давай смотреть для начала меню. Может быть, мы даже что-то можем разблокировать. Не могу. Видишь, 118 нам нужен. Уровень мастерства, я так понимаю. Да, у нас он 102-й. Ой, блин, это очень плохо, потому что мы не можем на следующего шефа идти. Ну да, все это разблокируется потом. Хорошо, давай смотреть, что у нас. Естественно, начнем мы с десертов. Нам нужно 5 десертов, но это естественно вот это. Это естественно вот это. Блин, десерты все, которые у нас есть, мы выставляем все. Блин, за электричество уже и работникам до хрена уходит. И у нас получается 4 горячих блюда. Я бы сделал, знаешь, как заготовки, какое-то одно блюдо, которое я бы мог бы просто разогревать, скажем так. Это у нас что тут, супы идут. Супы нам нафиг не нужны. Они копейки стоят. Блин, например, я бы сделал вот эту штуку. Мы ее никогда не делали.
сказать, нет, я бы сделал вот эту штуку. Она дороже. И она уж пошла бы у нас бы как блюдо, которое уже готово, которое нужно только разогреть. Это у нас будет раз, получается. Блин, может мы по пицце прям ударим? Мы бы их бы прокачивали бы помаленьку, потихоньку. Но смотри, шницель, блин, 6 уровня 600 стоит, а это 1 уровня 680. Да, вот это 550. И эти бы можно было бы делать сразу прям готовить и их только разогревать. Давай мы, наверное, и эту тоже возьмем. Крылья. Так, погоди, а почему у нас крендель не зашел? Он у нас куда идет? Он же тоже горячий подается, да? Блин. Тут куриные крылышки, смотри, 800. Причем их не так сложно готовить. Давай мы возьмем их. И нам еще одно блюдо нужно. Вот док это парится сейчас эти булки делать. Шашлык должен быть. Так, у нас это сколько? 3. Вот так. Слушай, ну я офигею. Блин, погнали готовить. Погнали готовить. Значит, нам тесто. Что там? Мука, дрожжи, яйцо, соль. У нас нету такого теста, у нас тут только мясо, да? Так, мука, дрожжи. Мука. Дрожжи. Яйцо. Так, мука, дрожжи, яйцо и соль. Отличненько. Мне интересно, сколько получится. По-моему, 2 всего. Два всего, одно сразу. Блин, нам надо еще. Давай мы тогда. Короче, чтобы нам не париться, я пока не буду подавать в этот. Я буду выставлять все вот сюда. Или, блин, или давай один сразу выставляем. Так, давай, мы кекс подаем. И у нас один кекс есть. Ну, как бы, ты понимаешь, да, что если сейчас съедят, то мы сможем подать еще один. Вот, но нам надо, чтобы хотя бы, наверное, в
было по два. Соответственно, мы его сюда ставим и понимаем, что нам один еще нужно приготовить. Так. Мука. Да возьмешь муку, ты че, блин? Мука, дрожжи. Прям тесто очень простое. Яйцо. И соль, да? Соль 3. Яйца же я 3 сделал. Да, яйца 3. Все. Все ок. Так, все. Далее пиде. Так, берем рибай. Вот у нас как раз два кусочка есть. Блин. А что там у нас? А что такое сумак? Я не знаю, что такое сумак. Блин, я понимаю, что это какая-то специя, сумак, но как я должен это понять там, если это нахрен? А, блин. Может, это мятная хрень какая-нибудь. А может быть, это тимьян. Ну вот я хер его знаю, вот что мне добавлять. А может это тмин? Нет, это не мята. Давай тимьян возьму. Посмотрим, что получится. Получится неправильно, да? Ну это хрень, блядь. А ну-ка, подожди-ка, меню. А у нас вот здесь вот что? Ну, тут помидор, зеленый перец, красный перец. Короче, дольки томатов, зеленый перец, ломтик красного перца. Все это туда-сюда. Блин. Ну, короче, хрен его знает. Я не знаю, что такое сумак. Бля, куда я его вообще дел, этот сумак? Я за него не заплатил, да? Такой пришел, взял в магазин, короче, думаю. А, ну и все, ладно, спасибо, так. Сейчас мы попробуем сделать с тимьяном и выясним. Тимьян это все-таки или нет. Если будет лишний ингредиент, то значит это не тимьян. Но мы сейчас испортим, наверное, фарш, да? Так, а ну-ка давай-ка мы тебя вот так будем ставить, а то мы запутаемся, блин. Так, взять...
Прикинь, всего на две, блин, это. Так, далее запекаем, да? Угу. Ну, сейчас и узнаем, кстати. Сейчас один подадим, короче. А вторые сделаем, если что, по-другому. Долго, конечно, запекается. Блин, некрасиво в ресторане подавать пищу, разогретую в микроволновке. Но если мы так будем запекать долго, то нас клиенты не будут ждать. Видишь, прям очень долго запекается. Так, давай вот такую продолговатую на тарелочку возьмем. Ну, попробуем. Попробуем. Так. Отсутствует ингредиент. Вот, смотри, как он выглядит, блин. Черный какой-то, типа перца. Ну-ка, погнали. Магаз. Твою мать, баночка сумака, ты смотри. Капец. Короче, надо смотреть созвучное название. Тогда все будет окей. Блин, что я все время бегу в свой старый ресторан? Так, ладно, поехали. Следующая порция у нас будет ништяк. Так, у нас еще одна банка, да, осталась? У нас же больше нигде ножей нету. Пойдет на склад. Ничего страшного. Так, кусочек рибая. Есть такое дело. Так, вот это надо нам. Запекаем. А не будем никуда сегодня спешить. Единственное, что да, за тарелками я сбегаю. Thank you.
Блин, я думаю, мы еще час будем готовить, а потом еще... Ну, обслуживать недолго. Да, но тут же основная цель готовка, поэтому мы и готовим. Мне интересно, какую задачу даст следующий босс. Они каждый раз все интереснее, блин, и интереснее. Так, вот это у нас правильное блюдо. Вот так, блин, буду ставить. Блюд дофига. Закрывается, закрывается, все. Хотя... Все, вот так, пойдет. Так. Что у нас следующее? А следующее у нас... Лахмаджун. Лахмаджун. Так, давай. По тесту все то же самое. Мука, дрожжи. Три яйца. Тут у нас сейчас закончится. Есть три яйца и соль. О, а нет, здесь стоит такая баночка. Ладно, соль. Замешиваем. Так. Так, лахмаджун. Блин, офигеть. Может, лахмаджуна 2 сделаем? 4 дофига. Или 4 будем делать. Блин, на завтра, если что, останется мука. Блин, расход, конечно. Так, дрожжи. Где тут мое яйцо? Ну, не мое, в смысле, а куриное, понятно. Вот так будем запекать. Ну, блин, а что я сделаю? Так, далее погнали делать фарш для него. Блин, фарш тут тоже будет, надо будет два раза делать. Ломтик помидор, зеленый перец, красный перец. Так, ломтик помидор. Красный перец. Зеленый перец. А где у нас поменьше? Тут у нас... О, это у нас самая большая коробка. Так, давай, знаешь, как сделаем? Чтоб я не парился. Вот эту клевую коробку мы вот сюда поставим, большую. А брать мы будем вот отсюда. Так, зеленый перец. Есть.
Нам ребай нужен, да? Добавить в чашу для смешивания. Так, дольку томатов. Так, а я добавил же уже. Подожди, ну тут непонятно. Смесь. Помидор, зеленый перец, красный перец. Измельчите мясо, используя мясорубка. Мы измельчили, добавить. Так у нас уже все, оно здесь есть. Получилось. Два раза написали, что ли, ничего. Непонятно, ладно. Подожди, мы же не... Так, красный перец. Зеленый перец, помидор. А мы не можем это в миксере захерачить? Ну нет, там не написано же про миксер, ни про какой, правильно? Не, это не работает. Оно как было, так и есть. То есть получается, что мы сделали правильно. Запекаем потом, правильно? Блин, это, короче, тяжелее блюдо готовится, а стоит дешевле. Потому что нам еще потом в тарелку нужно будет лимонную дольку и ломтик петрушки. Горит оно у нас. Нам греть потом будет проблематично. Потому как придется убирать. Ну, хоть... Я, может быть, и не придется. Вроде как говорят, в микроволновке можно полностью греть блюдо, и нифига оно не сгорит. Ну-ка, пошли-ка подадим. Пойдет. Главное, что у нас ничего там нету лишнего. Ну, извините, блин, я ничего не могу поделать, я работаю один. Я работаю один. Ты же мне не помогаешь. Так, петрушки.
вами лимончик. Блин, музыка не нравится, погоди. Я просто делаю побольше. Мне надо, блин, понимать теперь. Видишь, ресторан расширился. До хрена людей. Мне надо понимать, сколько они съедят. Короче, хватит ли мне блюд. Если останется, то будем дальше продолжать делать по 2. Сейчас, видишь, делаю, блин, аж по 4. Но это, конечно, по 4 до хрена. Столько они не съедят. Я думаю, каждый же тут придет все равно за своим. Так, поехали дальше. Крылышки куриные. Так, ну вот с крылышками вообще, по-моему, проблем быть не должно. А тут нужно тимьян и тмин, понимаешь? Так, куриное крыло. Четыре штуки. Где наш мясной холодильник? У нас тут отдельно крылья, блядь. Так, раз... Два. А у нас получается... Да, у нас крылья-то я не разложил. Сейчас. Сейчас все будет. Так, вот это нам на одно блюдо. Нам еще надо будет... Два, три, четыре. Не буду пока ничего раскладывать. Куриных крыльев будем делать два. Закончится, закончится. Но буду понимать, что два мало. Так, тимьян и тмин. У нас есть... У нас есть сумак. У нас есть тимьян. Нам нужен тмин еще. Тут народу, блин, стоит, ждет открытия. Ну, это адский шеф, да, адский ресторан. Адская кухня, мать твою. Очень долго пошли блюда в приготовление. Ну, хотя не все. Но в основном уже, да, много ингредиентов и... Так, это тимьян был. А вот он тмин. Так, выпекать со всех сторон. Ну, это понятно. Зеленый перец, лук нам надо. Так, погоди, пошли, берем тарелку. Мне вообще не нравится, как оно тут укладывается. Ну ладно, мы сейчас все равно будем жарить. Дальше у нас идет зеленый перец. У нас его здесь уже не осталось, да? Ошибись. Так, зеленый перец раз, зеленый перец два.
Значит, мы его просто жарим, а лук мы режем, получается. Так, лук мы режем. Тоже жарим. Так. Мне кажется, с двумя блюдами мы не вытянем. Надо делать три. И... вот такие блюда, я думаю, я не буду готовить сразу. Чтобы просто в микроволновке их подготовить. Ну, блин, потому что это вообще... Ну, прикинь, жареное крыло, разогретое в микроволновке. Это хрень. Поэтому... Оно идет вот сюда, на нижнюю полочку у нас. Это надо еще доготавливать. Блин, тут еще одна баночка осталась. Куда мне ее? Чтобы коробка не стояла. Так, что тут? Тмин. И тут тмин. Да хрен с ним, пусть стоит. А если что, потом по банкам полазю. Так. Или все, блин, два не хочу. Мне опять придется за мясом бежать. Так. Это у нас мясной, да? Ну-ка, блин. Оставлю-ка я тебя пока сюда. Так, тмин, тимьян. Так, это у нас есть. Тарелка нужна, конечно. Так, зеленый перец. И лучок порезанный. Тихо-тихо, не-не-не, не так. Вот так. Блин, да, конечно, приготовление теперь на ужин охренеть как долго. Погнали жарить со всех сторон.
Так, это у нас крылья, да? Куриные, блин, крылышки. А тут еще этот стоит, смотри. Да. Ха-ха, ломтик петрушки забыл. Блин, тут еще везде петрушка нужна, но петрушка не жарится, да? Забыл. Ну, точнее, слушай, если честно, я даже это не посмотрел, я не видел. Так, ладно, с этим у нас все. Блин, кебаб из баклажанов, ой, так хорошо. Давай сразу, блин, две тарелки, да? Тоже, наверное, давай, блин, делать все-таки два, иначе мы тут прям застрянем надолго, я чувствую. Так, у нас там что идет? А хотя что надолго, блин? Этот-то делается побыстрее. Так, кусочек рибая. Что нам туда надо, рибай? И кирдюк нам туда нужен. А кирдюк мы просто добавляем, насколько я помню. Так, 4. Добавить в чашу для смешивания. Кусочек, так, жира мы добавили. 4 ломтик петрушки, 2 штуки нам надо. А это тоже в чашу, да, для смешивания? Да-да, с петрушкой, я помню, было у меня такое. А у меня же тут фарш есть где-то. Что-то я, походу, зря его делаю. Ладно, подожди. Соль, сладкий перец, чили. О, соль закончилась. Так, а где у нас еще есть соль? Где мы меньше всего делаем? Вот здесь мы меньше всего делаем, поэтому мы соль отсюда заберем, сюда поставим. Так, соль, сладкий перец, чили. Это у нас теперь все есть. Нам нужен баклажан. Давай сразу мы возьмем их. Стоять. Нам нужен баклажан. Я думаю, мы их возьмем 3. Мы будем 3 делать. 3 блюда я имею в виду. Так, баклажан. Они режутся у нас, это я тоже помню. А, шампура берем. А, раз. Два. У нас тут получается шашлычок. Просто я не помню, что там подается еще на тарелку. Шашлык, естественно, я тоже один сейчас пожарю, подам, а... В холодильнике будет лежать свежий, он не будет лежать готовый, мы будем жарить. Блин, а с другой стороны, смотри, ну там осталось на одну эту, на один шампурчик. Так, где баклажан? До хрена тарелок уходит. Блин, тарелок может, кстати, начать сейчас не хватать. У меня целый шкаф только на заготовки.
на тарелке переместить кебаб, пожарить зеленый ломтик лимона. Лимонные дольки. Дольки, понятно, не жарятся. Это нам сейчас еще 4 лимона надо, да? А перчик жарится. Бля, я запутаюсь с этими блюдами, как их подавать. Я тебе серьезно говорю, очень много. Ну, как бы, наверное, логически так, блин, понятно, что лимон жарить не надо. Да, если бы тут вдвоем, конечно. У меня тут нет зеленого перца. У меня он есть здесь. Ну, блин, ну зачем ты взял чеснок? То сбрасывается, то не сбрасывается, хрен поймешь. Так. Сколько мы уже сидим? Час 12. Ладно, в принципе, нормально. Нам же главное горячку приготовить. Более, видишь, как бы... Я делаю, блин, много блюд сейчас. Возможно, останется даже на завтра. Не-не-не, стоять, верни перец. Да, внизу это то, что придется доготавливать. Ну, готовить шашлык как бы не так сложно здесь на самом деле. Его, кстати, можно успевать готовить. Ну, я имею в виду, прям вот он, что сейчас не готовый. Но это ничего страшного. Так, блин, ну наконец-то, блин, с горячкой у нас все. Идем к холодным, точнее к десертам. Кексы будем делать. Так, погнали. Чаша для смешивания, шоколад, сахар. Уже с танков какая-то музыка у нас пошла. Так, сахар добавили. Мука. Три яйца. И есть такое дело, да? Есть такое дело. И шоколадка нам нужна. Слушай, шоколадок осталось мало. Я не покупал. Так, давай убедимся. Сахар есть, мука есть, яйцо есть, шоколад есть. Смешиваем. Блин, а я не помню, кстати, сколько кексов получается. Ну, по-моему, тоже немного.
Так, кекс. А может быть... 4 их будет. Блин, 4 в принципе нам должно хватать, по идее. Так, масло, звездные фрукты, молоко. Так, масло, молоко. Да, звездные фрукты. Ну вот это, конечно, вообще капец. А нам дольки? Да, нам дольки, он, по-моему, целый даже не туда не пойдет. Блин, а у нас же есть такая, по-моему, вон она, блин, смесь. Блин, вот же у нас. Ну все, запекаем и даем полностью остыть. Так, а кекс я подавал уже, да? Да, кекс я уже подал, получается. И у меня тут еще один вон есть. Печенье сейчас надо будет делать, а там тоже, по-моему, 2 разноса уйдет на печенье. Так. Блин, да пусть оно, наверное, вот в этом у нас в холодильнике остывает, а то мы сейчас там все забьем. Так, это есть. У нас же круассаны тоже готовы, они холодные же подаются. Нам круассаны как раз надо, кстати, это. Где тарелка, блин? Нам придется их готовить. Круассаны же не подаются, блин, холодные. Ну-ка, меню. А мы круассаны сегодня и не... Блядь, мы их не делали. Ну ладно. Нам просто разносик еще нужен. Так. Подаем тогда чинюшки наши. Здесь у нас останется, блин, еще на одно. Тут тарелок вообще нету. Короче, берем тарелки нахрен. Отсюда. Пофигу, что они потом в раковине валяются. Не подать потом 4 печенья. И давай-ка мы, наверное, сделаем вот так. А то я потом еще и в холодильниках в этих запарюсь. Так, вот здесь у нас уже готово для подачи. А чё, блин? Ну да.
Это то, что не надо греть, это то, что надо греть, это то, что надо готовить. У меня сейчас голова лопнет. Так, будем ли мы готовить еще печенье? Я думаю, что да. Потому что с двумя порциями печенья, мне кажется, мы не вывезем. А, поехали готовить. Что теперь делать? Так. Где наша чаша-то для смешивания? Блин, мы ее заэтовали, да? У нас больше нет. Бля, чашку покупать. У нас сюда идет тоже шоколад. У нас в кексы идет шоколад, и сюда идет шоколад, блин. Короче, шоколад надо будет тоже покупать. Ну что, последняя плиточка? Блин, точно последняя. Так, шоколад, сахар. Мука. Яйцо. Блин, смотри, яйца тоже пошли, да, прям? Смешиваем. Так, а что у меня тут в чашках? Это у меня для пирога. А это фарша, блядь. Ну ладно. Извлекаем, да? Где у нас тут? Вот, печеньки с сердечками. Да блин, вот так буду делать, потому что тут капец много и... Надо все умещать. Ну блин, ты смотри, собака какая. Еще одна, да? Давай мы его так воткнем. Короче, я просто, ну блин, серьезно, но... Так, чаша для смешивания. Что там у нас? Масло. Молоко, сахар. Молоко. Сахар и две клубнички нам надо. Так, раз. Два. А уйдет оно сейчас на все печенье или нет? По-моему, да. По-моему, как раз таки вот эта чашка на все печенье уйдет. Отлично. Так, ну а мы пока пирог можем подать. Yeah.
Так, где он у вас? Ну а чтоб туда эти не сгорели. Нам еще кексы готовить, у нас кексов нету. Блять, ну как мне теперь поднос-то взять? Так. Так, здесь, если что, у нас еще одна есть. Там у нас это есть. Короче, печенье мы приготовили. Кексы есть. Так, малиновый пирог мы подали. А не, подожди, у нас и круассаны, мать твою. Блин, тогда круассаны подаем. Почему отсюда, сука, не берется тарелка? Алло, товарищи разработчики. Как бы вроде не мешает играть, но очень неприятно. А я думал, я круассаны не стал делать. Ну как я мог не делать, да, если это десерт? Так, ну. Некрасиво, да. Красиво. Я согласен. Блин, круассаны подаем. Блин, они, по-моему, делаются вообще легко. Они уже стоят. Ну, давай смотреть, что там у нас. Мука. Смотри-ка, да? Как все уходит, ё-моё. Так, мука, дрожжи. Сахар, молоко. Так, где у нас тут круассанчики? Блин, тоже здесь... не помню, поскольку их. По-моему, их 6 будет. Нет, их, блин, будет больше. Ну, отлично, их 8. Блин, сори. Так, круассаны. Мы готовим, и мы их подали. Ну все, желешечка осталась. Ну я говорю, вот да, часа на 2 серия, потому что уже очень много приходится готовить. Блин, в этом смысл игры, готовки. Чем больше они будут есть, тем быстрее мы наберем новый уровень.
тем больше денег заработаем. Ну, мне сейчас уровень важнее. Ну, бабки тоже важно, конечно. Ну, блин, у меня вроде вообще прям все нормально, все есть. Я имею в виду по ингредиентам и так далее. Мы сейчас начнем день, у нас 72. тысячи. Так, 72. Я бы хотел бы соточку точно заработать. Так, погнали, желе. Чаша для смешивания. Желатин. Лимонные дольки. Вот их, по-моему, делается вообще всего два. Так, лимонные дольки, апельсиновая долька. А сколько их надо? Три штуки. 150 сахара. Так, а в тарелку он идет с клубникой. Так, желе. Раз. Да, там, по-моему, блин, два всего будет у нас. Сейчас остынет, короче, подадим. Пусть пока остывает. Нам надо еще один делать. Так, давай тогда еще раз. Желатин. Лимонные дольки. Ну, делается быстро довольно-таки. Так, желатин, лимоновые дольки, апельсин. Раз он у нас тоже последний тут. Ладоси. Блин, ты зачем уронил? Так, апельсин и сахар. Так, подожди, а мы же его нигде не запекаем, ничего не делаем, да? Ну, а зачем нам его запекать-то? Это же желешка, как мы можем его запечь? Так, сразу давай тогда еще две тарелки. Что он там остыл? О, давай подаем. Блин, ингредиенты не нравятся. Что такое с этими ингредиентами? Не так. Все делаю по рецептуре. Так, ладно, блин, мы готовы, но я чувствую, мы сейчас просто охренеем. Поехали открываться.
Да, все у нас есть. 50 клиентов. Добро пожаловать в адскую кухню. Две тысячи, запомнили. Блин, я слежу за кухней, короче. Больше чем уверен, что эти мои, блядь, дурачки не успевают. Да нахер мне яйцо, бабки давать. Так, крылья одни остались, а крылья мы жарим. Кто-нибудь там еще пойдет за крыльями, нет? И круассаны, по-моему, тоже одни. Блин, вы придурки, вы обслуживаете это людей, алло. Сейчас что-то закончится где-то. Круассаны одни. Ой-ой-ой-ой-ой. Кекс один остался. Просто если будет тарелка, они не сядут больше за это место. Так, что-то закончилось. Давай смотреть. Так, да, круассаны. Где у меня тут круассанчики? Сейчас дадим круассанчиков. Блин, отсутствует масло, я забыл масло. Так, что по горячке? Так, что-то у нас тут еще пропало. Кексы, печенье есть, круассаны есть, эта фигня есть. А чего нету? А, тортик. Тортика нет. Сейчас будет торт. А как так я забыл масло, блин? Ну смотри, на горячку-то не сильно налегает, да? Да потому что вот эти дурачки не могут вовремя обслужить. Так, эти кушают. Кушают. А, яйцо забираем. Блин.
Там еще что-то у нас закончилось. Ничего, сейчас будет. Смотрим, смотрим, смотрим. Кекс. Тут смотрим, тут у нас прям вот крылья у меня очень сильно беспокоят, если за ними кто-то придет. Что-то мне кажется, хрен мы сотку наберем. Таким персоналом обслуживающим. Так, крылья пошли, нам надо жарить крылья. Ты-то куда? Ну да, жарко это не в микроволновке, погреть, конечно. Бляха, что-то там еще подзакончилось. Печенье закончилось. Печенюшки мы вам сейчас дадим, это вообще не проблема. О, блин, у меня они есть. Прям уже готовые. Закончилось. Так, закончился желешка. О, он еще не остыл, что ли? А, нет, остыл. Так, смотрим. Скоро. Блять, шашлык может закончиться. И ПД вот этот. Ну, ПД, ладно, оно греется. Так, по десертикам пока нормально. Не могу взять, ладно. Так, что он там забрал? Он забрал ПД, да, вот это вот. А ну-ка. Нет, не разогрел. Круассаны сейчас что-то не закончится? Да. Так, а у меня есть еще? Ну, они-то есть. Нужна тарелка, да? Блин, если я выставил... Так, блин, извините, без масла. 9 тумб! И от нас не уйдет ни один клиент. Это будет круто.
По горячке так, шашлык в опасности. А все остальное, в принципе, норм. Нормально, нормально, нормально. Так, день скоро закончится. Ну, мы сотку не заработали. Блин, вообще не заработали сотку. Я, елки-палки, чисто на одних десертах делал. Полтишок. Не дает, видишь, брать тарелки, блин, собака. Не знаю, почему, с чем связано. Возможно, что мы просто тупо не успеваем, как бы это. Ну, обслуживать всех. Хотя, блин, как не успеваем? Должны успевать. Покушала? И не покушала. Так, что может закончиться? Ну, шашлык, так я и говорю. Опять же, пиде. Так, 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 так. Он еще тут за кексиком идет. Отлично. Подожди, а что у нас? А, 0, жвачка. Я думал, 10. Ну, нет. Я тебе скажу, что не очень круто. Считай, столько времени я потратил. Я мог бы чисто на десертах выезжать. В таком случае. Так, что-то подзакончилось. Желе. А он, чувак, за желе пришел. Ладно, я дам, но, блин, это фигня. Он сейчас возьмет одно и, блин, мы, считай, 5 штук выбросим. Ну, просто уж не хочется новый ресторан, скажем так, первый день такой, первый там большой ужин. И не хочется, чтобы ушли клиенты. Ты не можешь рассчитать их и потом забрать тарелку. Ну, вон собака берет тарелку, они сидят, ждут, пока их рассчитают, понимаешь? Ну, это последний, да. Все, больше никто не идет. Ну, мы 70 заработали, как бы, ну, блин, это мало. Да, это мало. Ну, возможно, что еще потому, что, скажем так, есть блюда, которые первого уровня у нас. Вот возьми что отсюда. Нет, он не берет, видишь, блин. Вот, блюда первого уровня, скажем так, и они еще дешевенькие.
А кстати, вот смотри, я хотел засечь, а что осталось? Ну блин, шашлыки вообще остались, крылья одни остались, этих осталось по два. Печенье есть, ну а в принципе можно следующий день проводить, наверное, даже без заготовок. Если только крылья сделать, но... Хотя, смотри. Их не особо брали, поэтому... Кексы, по-моему, брали более-менее хорошо. Ну ладно. Блин, бестолочи, я за вас сделаю вашу работу, вы офигели. Больше нигде ничего нету, чистенько. Так, смотрим теперь. Кто-нибудь нам тут мусор оставил? Давай по игрушкам. Игрушек ноль. Блин, холодильники с водой смели, сок смели. Чай ноль. Ладно. Вроде не где-то. Ох ты, собака, смотри, под стул закинула. Так, ну все, порядок в ресторане навели. Ну, блин, маловато, маловато. Я недоволен. Было 70, стало 138. Ну, грубо говоря, 70 штук мы заработали, ладно. Это уже не подорожает. Это уже тоже не подорожает. Но 3 звезды зад. Так, давай смотреть, что у нас. Мы 107-го, а нам, блин, да капец. Нам надо до 118-го, по-моему, да, чтобы вот эти хотя бы, да, разблокировать. 118-й. Еще там что-то нам нужно. Какие-то штучки. Ну ладно, ладно, на этом закончим. Что-то новое в строительном магазине появилось, но мы пока не строимся. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.